Сегодня в Национальном театре Тувы прошел кадетский бал «Виват Кадет», который в этом году был посвящен 30-летию вывода войск из Афганистана. Всех присутствующих от имени главы региона поздравила заместитель председателя Аргана Нацак. Также бал приурочен Дню защитника Родины. Воспитание таких ценностей, как благородство, верность, долгу, справедливость, честь. Мы с большой гордостью отмечаем, что в нашей республике более 100 кадетских классов. Мы отмечаем, что более 2000 детей считают себя юнармейцами. Сегодня мы встретились в этом прекрасном нашем театре. Я думаю, что этот бал станет не только школой этикета, не только школой танцевального искусства, но и отличной площадкой для наведения мостов дружбы, для того, чтобы вы не только соревновались, но и подружились между собой. Участниками бала стали танцевальные пары из кадетских образовательных учреждений города Кызылой Республики. Юноши и девушки исполнили полонез, мазурку, польку, русский лирический танец. Бал проводится в целях сохранения и приумножения лучших традиций кадетского движения республики, формирования духовно-нравственных качеств и эстетического воспитания молодежи.